Всем привет, с вами Хайкер, сегодня поиграем в игру Bridge Constructor The Walking Dead. Давайте начнем. Наступил конец света, а мы даже не успели понять, как это произошло. People got sick. Люди заболевали, умирали. Then started coming back. А потом стали возвращаться. Ведущие новостей на кабельных каналах говорили, что это фейк. Месяц спустя они тоже были мертвы. Кто-то попытался отрицать происходящее, призывая не распространять панику. Потом пали первые города, а затем абсолютно все пришло в упадок. Очень быстро. Жизнь на Земле замерла. Человечество превратилось в умирающий вид. Те многие из нас, кто выжил, были напуганы и дезориентированы, пытаясь выжить на руинах мира, от которого в одночасье практически ничего не осталось. Начинаем нашу миссию. Ну, это Bridge Constructor, да. Это был просто очередной день после всемирной катастрофы, без телевидения, без интернета, без горячей воды, без постельного белья и без еды. На той улице нам больше нечего делать. Там ничего не осталось, кроме ходячего мяса. Бор, в старой кабинете доктора Бора еще есть лекарства. Дружище, какие именно лекарства ты найдешь найти в кабинете прокторга? Ну да. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу о простатах, но хочу попросить вас о помощи, так как я нахожусь на грани гибели. Эй, чувак, полегче, ты что себе думаешь? Так к нам подкрадываться. Позвольте представиться, Юджин, но прежде чем мы сможем продолжить наше знакомство, думаю, мне стоит перейти сразу к сути. Живые мертвецы идут по моим следам, и я бы убедительно рекомендовал вам приготовить огнестрельное оружие. Боюсь, у нас его нет, но всегда можно спрятаться. Залезайте вон в ту канаву, я построю нам укрытие. И сиди тихо, Барлан, из-за тебя у нас и так достаточно приключений. Принято, я помогу и буду вести себя тихо, как мышь. Построить мост, ну да, это я понял. Так. А тут не так, не по стандарту, да. На компоненты или стык, чтобы удалить его. Ну да, это понял. Ну. Нет. Готово. По компоненту, чтобы превратить его в дорожное полотно. А, еще и так делать, ну зачем такие трудности? Ну все. Неплохо, но сейчас используем только опорные стойки. А нам нужно что-то, по чему можно ходить. Превратите горизонтальный кабинет в дорожное полотно. Но я это сделал. Что от меня хотите? Ага, теперь будем ждать ходячих. И молиться, чтобы эти доски выдержали. Ага. Ну да, выдержали, они просто прошли мимо. Каждый из них прошел мимо. Все, эти мертвяки совсем без мозгов. Я, кстати, Кира. Я Майерс, а ты, сынок, был бы полезным попутчиком, если бы не открывал рот. Признательно вам за дифирамп в мой адрес. Мои способности относятся по большей части к теоретической сфере, но и тогда они могут пригодиться. Ага. Дали Горд. Значок. Так, наша маленькая семья выросла. Болтовни стало намного больше, но кроме этого у нас появился еще один урод, который нужно было кормить, а на открытой местности столовой надеяться не приходилось. Как насчет ужина? Все, что у нас есть, это сахар и плесень, которые на нем выросла. Возможно, мы найдем еду на этом складе. Я никоим образом не хочу критиковать ваш в остальном разумном план действий, но позволю себе поинтересоваться. Учли ли вы опасность, исходящую на этой статье нежити, приближающейся из погрузочной зоны? Черт, тут полно ходячих.
Физические характеристики того цилиндрического предмета с верхнего уровня могут подойти для уничтожения рядов противников. Хочешь раздавить ходячих катушкой гигакабель? Раздавить или уничтожить, неважно. Давайте уже скорее. Я умираю от голода. Начинаем миссию. Короче, для выполнения этой миссии нам нужно построить пандус. Да все, хватит объяснять. Удерживать на синем. Точки шарнира, пока не включается режим перемещения. Затем перемещайте. Ага. Да все, понял. Нет. Так. Нет. И так. Это должно сработать. Начнем. Ну да, это сработает. Я же строил. Теперь, когда у нас полно всех этих полуфабрикатов, консервов и снеков, я скажу, что это было круто, но и очень громко. Я предложу основанное на законах физики решение, которое гарантированно устранит наших противников. Я не обещаю отсутствие звуковых последствий. Да. Припасами мы запаслись, но мертвецы приближаются. Эти ребята выглядят 100% мертвыми и настолько же недружелюбными. Черт! Как нам их обойти? Предлагаю схему, которая опирается на проверенную стратегию, основанную на передовой технологии. Да все, я понял. Понял. Хватит. Сров. Ага. Майер встретит на своем пути две контрольные точки. Первая из них выбрана сейчас. Так. Стоп. Пока ничего не понял. Ну ок. Наоборот, надо, наверное, было вниз, да? Нет? Угу. А ты? И тебя тоже туда же. Так, теперь надо поконструировать. Так. Так, вот так вот сделаем. Так, на всякий случай. Че? Вот это уберите, пожалуйста. Так, давайте-ка посмотрим, как это получится. О, он ногу сломал. Сейчас его доедят. Нет, даже не доедят. Такс. Надо что-то поисправлять. Что-то мы не то сделали. Во-первых. Удались, пожалуйста, все. Я не понимаю смысл этой штуки. Вот. Синяя. Я хочу сделать из нее. Ну, дорогу. Она будет падать. Ну да, логично. Это надо вот так вот сделать. Тогда она вряд ли будет падать. Она все равно упадет.
Надо было прочитать обучение, хотя она меня так бесит. А, точно. Теперь она точно не упадет. Ну да, она не упадет. А теперь. Так, так. Зачем обучение, когда я и так профессионал? Готово. Победа. Почти с первого раза. Говорят, здорово. Ага, кинетическая энергия была успешно применена своими умными словечками. Вообще, это все я сделаю. И наш план смерти сверху сложно было назвать безопасным. Майерс был недоволен. Конечно, он был недоволен. Бог любит троицу. Что если мы попробуем это сделать еще раз, с большим напором? Майерс, замани их вон туда, и мы их раздавим. С меня хватит, я слишком стар, чтобы продолжать быть сыром в твоей идиотской мышеловке. Спокойно, я возьму это на себя и сама буду приманкой в этот раз. Приготовься к шоку и трепету. Что ж... Когда вместе участвуют несколько персонажей, вы можете переключаться между ними, и у каждого из них есть свой набор команд во всех путевых точках. Вы можете различать их по цвету. Например, команда для Киры всегда желтого цвета, а для этого... При назначении команд убедитесь, что контрольной точкой персонаж выбран правильно. Чтобы узнать больше, читайте руководство. Так, ты. Ты должна будешь бежать. Это 100%. Ну тут, наверное, все-таки. Куда ты будешь бежать-то? Наверх. Потом сюда ты будешь бежать направо. Ну это 100%. Ну тут только наверх. Больше же некуда здесь, да? Так, давайте-ка. Так, ты. Ты должен. Ты должен. Будешь вот так вот делать. Почему не доходит? Почему не доходишь? Так, ладно. Попробуем пока вот так вот сделать. Ага. Теперь это... А это зачем? А это зачем? Ты. Так, пока... Подождите-ка. Он должен... Нет, не жёлтый. Ты. Ты должен нажать на кнопку. Потом. Ну не знаю, назад побежать. Ну-ка покажите-ка. Задание выполнено, все. Ну один не выжил. Ну, везде есть свои недостатки, да. Так, этот, скорее всего, так должен бежать. А это в эту сторону. Все, в принципе, тут правильно у меня. Все, в принципе, правильно, реально. Ага, а вот эта вот штука, наверное, чтобы упрочнить, наверное. Так, ладно. Построим-ка ступеньки. Ступеньки. Ты. Ну да, в принципе, так, как я и хотел. Ну, почти. Это была просто проверка. Теперь вот так вот, да. Теперь это упрочняем. Ну, теперь мы пройдем. Покажите, как это будет выглядеть. Ты не успеваешь, да? Да, она не успевает. Беги быстрее. Ты. Либо ты слишком быстрый, либо она слишком медленная. Тут два варианта на самом деле. Давайте-ка ты будешь сюда. И здесь нажмешь все-таки на кнопку. Это не так, как я хотел, конечно. Нет, он не должен быть здесь.
Это не так. Это не так. Нет. Нет, отмените, пожалуйста. Вот, все, спасибо. Ты не должен тогда бежать здесь. Ты должен на это нажать. Потом. Побежать все-таки вон туда. Да, это так. Ты. Что с тобой не так? Эта штука не держит вообще. В принципе, логично, что она не держит. Потому что ей нужна защита. Но это, мне кажется, вообще беспредел какой-то. Ну-ка. Что я сделал? Покажите мне, что я сделал. Я... Точно не то. Ты должна быть баркой, да? Все успешно. Ну-ка. Давайте-ка, покажите, что я сделал. Сделал своеобразное чудо. Которое не работает. А должно. Должно работать. Я разочарован в тебе. Держится так хоть? Нет. Не держится вообще. Ну-ка, а так держится? А так вообще ни черта не держится. Так, мне кажется, я тут что-то лишнее наделал. Почему ты не успеваешь? Меня это смущает. Зачем мне эта штуковина? Зачем ты мне нужна? Ну вот зачем она мне здесь? Да, здрасте. Какой-то бред на самом деле. Вот эта штука бесполезная. Скорее всего. Ну ладно, я сдаюсь. Всем спасибо за просмотр, с вами был Хайкерс, всем удачи и всем пока.